Дорогие друзья, всем привет! И опять сегодня на повестке дня у нас тыква. Готовим тыквенный конфитюр с апельсинами и специями. Нам потребуется тыква, апельсины, сахар, лимонная кислота и специи, бадьян, палочка корицы, гвоздичка и молотый имбирь вперемешку с мятой в соотношении 1:1. Для работы все готово. Вперед к заветной цели. Дорогие друзья, и вот итог нашей работы. 7 банок по 350 грамм шикарного, насыщенного, яркого конфитюра. Посмотрите, какой он красивый, плотный. Какой у него аромат божественный. Сочетание вкусов тыквы, апельсина и специй дают неповторимый аромат и вкус. Я думаю, что если вы приготовите такой конфитюр, вы будете радоваться всю зиму. Мы будем продолжать готовить. Вот у нас осталась тыква. Есть еще тыквы. В саду лежат, хранятся. Поэтому работы у нас много. И у вас вместе с нами. Заходите на канал, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!